Всем привет! Это проект «Другая кухня» и с вами я, Александр. Друзья, я обожаю этот рецепт, надеюсь, и вы его попробуете. Сегодня готовим насыпной пирог с творожно-шоколадной начинкой. Рецепт фантастический. Простое блюдо и бесподобный результат. Приглашаю вас! Итак, для теста нам понадобится муки 320 грамм, я ее просеял, 250 грамм замороженного масла, так будет проще им работать, 50 грамм сахара и 2 чайные ложки разрыхлителя. Смешиваем сухие компоненты, муку, сахар, разрыхлитель. Прям рукой хорошо перемешиваем. И теперь берем замороженное масло, крупную терку и прям в муку вот так натираем. И периодически, друзья, слегка вот так припушим, чтобы масло у нас, как говорится, не собралось в один комок. И все, все масло так перетрем. Все перетираем в крошку. Все, тесто готово. Я обычно перетираю вот до такой степени, когда собираешь комок, и можно потом вот так все рассыпать. Обожаю вот это тесто. Пока займемся начинкой, тесто уберем в холодильник. А вот для начинки мы возьмем творог. У меня здесь 500 грамм, 18% жирности. Он вот такой вот, ух, бархатный, очень вкусный, пастообразный. Сахара 150 грамм, соли щепотку возьмем, ванильного сахара чайную ложку, 2-3 столовые ложки какао и пару яиц. А с начинкой еще быстрее. В творог отправляем сахар, щепотка соли, не переборщите, ванильный сахар сюда же, очень ароматный. Аккуратненько какао и 2 яйца. Бултых. Красота. Берем погружной миксер. Перетираем. Ну вот, у вас сегодня чайник не успеет закипеть, как мы все приготовим. Начинка готова. Я застелил форму пергаментом. И теперь 2/3 нашего теста отправляем на дно, прям руками так выравниваем, прижимаем. Стараемся сформировать корж ровненький, с небольшими бортами. Аккуратно выливаем начинку на основу. Здесь вот не торопитесь. Ух ты, вкуснятина! И распределяем. Ровненько, аккуратненько, красиво. И теперь оставшейся крошечкой присыпаем сверху. Стараемся, чтобы все было равномерно. Отличный быстрый рецепт. Ребят, это что-то. Будет объедение. Ставим в духовку наш пирог. Выпекаем при температуре 180 градусов около 40 минут. Самое сложное, друзья, в этом рецепте, это дождаться, пока пирог остынет. Он остыл полностью, терпежу уже больше нету, пробуем вытащить. Переворачиваю форму. Вот так, оп, красота. Убираю бумагу и теперь еще разочек переверну. Ну вообще. Вуаля, зацените. И сейчас я покажу вам, что там внутри. Достаточно хрустящая корочка. Ух ты! Смотрите. И нежная творожная масса со вкусом шоколада. Обалдеть! Ребята, замираю. Друзья, спробовал, как видите, уже половину, но остановиться просто невозможно. Хрустящая корочка, вот она реально хрустящая и очень вкусная. Не очень сладкая, что важно. И вот эта нежная начиночка, нереальная, творожная. Ох, это волшебство. Настоятельно рекомендую. Вы видели, все делается на раз, два, три. И вот такой замечательный пирог у вас будет готов. Очень рад был с вами увидеться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Александр на другой кухне. Пока!